in life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and that. Здравствуйте, друзья! С вами компания Ихлас Интернешнл, я Рузбаев Нурсултан. Друзья, у нас две замечательные квартиры на 9 этажах в комплексе премиум-класса по шикарным ценам от нашего инвестора. Цены я озвучу в конце видео, друзья. Досмотрите это видео до конца, вам оно точно понравится. Инвестиционный проект на стадии завершения. Искан уже получен, готов к заселению. Друзья, просто гляньте, что это за чудо. Друзья, хочу сказать немного про сам комплекс. Комплекс очень-очень даже премиальный. В комплексе есть сауны и хамам мужские, так и для женщин. Также есть спортивные площадки, баскетбольные и детские игровые площадки, зеленая зона для прогулок, беседки, огромный бассейн и водные горки, друзья. Комплекс просто замечательный. Автостоянка, генератор, охраняемая территория, зона барбекю, это, конечно же, есть, друзья. Наблюдайте, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, друзья. А мы будем рады вас встретить в Мерсине. Еще раз обнял, поднял. Всех ждем. И вот, друзья, вот такой вид прекрасный на море. Территория просто обалденная. Этот комплекс строит тоже наш застройщик. Он сдается уже в конце года. Огромная просто терраса, 14 квадратных метров. Если кто-нибудь думает, что здесь когда-нибудь что-нибудь построят, нет, друзья, эта земля находится на Беледие. То есть даже по Google мапам можно посмотреть, что эта земля городская, и здесь по генплану будет парк. Так что вы покупаете квартиру рядом с будущим городским парком, то есть районным парком. Огромная кухня плюс салон, очень светлая, как вы можете заметить. Тут три окошка, все очень удобно сделано. Тут полки в будущем для бокала будет. Такая кухня, все очень красиво. Раковина. Все вообще, друзья, по красоте. И тут тоже, кстати, вид на море есть так. Немного, но есть. Хорошая просторная площадь, сквозная планировка, окна в три стороны. Здесь у нас вестер. Все очень удобно, все очень красиво. Очень дорого и богато, так сказать. Тут у нас детская спальная комната. Она очень большая, очень просторная. Выходы под батареи заранее приготовлены. Один клиент мне как-то попросил показывать вид из окон тоже. И вот стараюсь показывать. Вот они, друзья, выходы под батареи. Тут у нас общий санузел, он очень просторный, как вы можете посмотреть, друзья. Просторный в том что, в плане, что здесь даже поместился стиральная машина, очень приятная раковина, зеркальце. Зеркало, кстати, с подсветкой. Унитаз здесь у нас и очень просторная душевая кабина с вентиляцией. Вот. Очень большая кабина, друзья, я могу даже в угол встать здесь, и уже столько места будет. Тут у нас родительская спальня, мастер-бедрум, со своими плюсами в виде гардероба, гардеробной комнаты. Очень удобно все сделано. Там у нас полки для носков можно
тут также. Здесь у нас пожарный выход, друзья. Закрыв его, вы закроете свое пространство. Вот. Освещение, все будет в гардеробной. Очень светлое. И родительский санузел, как правило. Вот тут можно наглядно увидеть, что зеркало будет с подсветкой. Учитывая его цену, друзья, вообще тут не надо думать. Да, торга не будет, это открыто, я вам могу сказать. Но ценник, она 100% того стоит, друзья. Просто нужно его брать и быть просто счастливым, жить у моря. Также у нас есть такой технический балкон, но он очень большой. Вот я стою, и он очень большой, друзья. Здесь выходы под кондиционер. Можно стиральную машину тут поставить, если хотите. Вот они есть, все. Точка. Слив. Все это есть. Все очень удобно, все очень красиво. И очень дешево, друзья. Не забываем об этом. Пойдемте покажу следующую квартиру. И вот, друзья, мы уже находимся в другом блоке, в другой планировке. Тут окна на юг, то есть прямо в сторону моря. Также напоминаю, большая терраса. Здесь терраса, разница от другой планировки, на метр меньше. Но она сильно и не ощущается, если честно. Вот. Как я и говорил, соседний комплекс, это комплекс Blue Stand. Он там тоже у нас есть от подрядчиков квартиры на разных этажах. Вот. Он сдается в конце этого года, то есть 30 декабря. Давайте дальше покажу вам нашу планировку. Всего две квартиры от нашего инвестора, друзья. Они уйдут, возможно, мечты многих людей приобрести очень дешевую недвижимость на Средиземном море. То есть это, друзья, не в минус другим, не оскорбление, но я думаю, каждый из вас знает, что Средиземное море считается самым чистым морем из всех морей. Вот. И пляжи здесь, особенно в этом районе, в районе Арпач-Бахшиш, вообще крутые. Вот это тот самый шкафчик для бокалов. Вот здесь, видите, все начертили. Скоро должны поставить полку. Напоминаю, дом сдан, искан получен и готов к заселению. Вот здесь даже электричество. Почему я там не догадался включить? Оказывается, есть электричество. Вот, большие санузлы. Окошечко. Также с подсветкой зеркала. Тут у нас полки. Все очень удобненько. Вот она. Очень красивый этот раковина. Очень удобная. Вот. Также у нас здесь детская спальная комната. Тут у нас детская спальная комната, в отличие от предыдущей планировки, с двумя окнами. То есть с выходом в две стороны. До 400 близко, метров 150-200 плюс-минус. Есть вон оттуда будет прямой выход, вот тут получается, на остановку, чтобы поймать маршрутку, автобус и поехать куда-нибудь там шопиться. Здесь, кстати, тоже есть выход на море, вон оно море. Конечно, друзья, телефон все это не покажет, но в любом случае я 100% советую, даже чтобы просто перепродать, я советую купить эту квартиру, потому что она просто идеальная, на него цена. И еще одно отличие, друзья, тут у нас стиральная машина в родительском санузле. Вот такое вот отличие. Также с подсветками зеркала. И здесь у нас есть также гардеробная. И это отличие. С доводчиками. Также, друзья, смотрите,
Здесь пожарный выход, гардеробная. В отличие от предыдущей планировки, здесь гардеробная выходит наружу, а тот был встроенный. Технический балкон с выходами кондиционеров. Все очень круто. Этот комплекс Lavinia Deluxe, друзья, здесь у нас тоже есть квартира 1 плюс 1 от 53 тысячи евро. Задавайте вопросы, друзья, если что. Вот он комплекс, в нем есть тоже сауна, хамам для мужчин и для женщин отдельно друг от друга. Территория хорошая, парковочная зона сзади. Вот, друзья, сейчас самое время покупать недвижимость, друзья. Недвижимость у моря. Пока подписывайтесь, друзья, задавайте вопросы. Если вас что-то интересует, какой-нибудь район, всегда будем рады вас проконсультировать. Вот, друзья, на площадке два лифта, кстати. Выходим с блока. И нас встречает вот такая вот зеленая, просто роскошная территория, друзья. Лампочки, подсветки, лавочки, детские игровые площадки. Все просто очень круто, очень зелено. Еще раз говорю, друзья, что в Турции зелень растет очень быстро. То есть вот эти деревья, вот эти пальмы, которые вы видите, они буквально через полгода станут большими. Лампы напольные, освещение. Вот они, друзья, даже под пальмами, если вы видите. То есть здесь три вида освещений. Вот такие есть, круглые, под пальмами есть. И светодиодные. Такой огромный бассейн, друзья. Дай бог, в этом году его уже запустят. Еще раз напоминаю, Искан получен. Готов к заселению, можете хоть завтра приехать и заселиться. Аквапарк для ваших детей, детский бассейн, хорошая баскетбольная площадка в два кольца. А, четыре вида освещения, друзья. Вот эти я забыл, оказывается. Вот. Второй вид такой. Третий вид под пальмами, которые вон они стоят. Видите, под каждой пальмой стоит освещение, друзья. Вот. Мусорные баки. Четвертый вид освещения вот такой вот. Вокруг всей пешеходной дорожки, то есть прогулочной дорожки. Здесь место для болельщиков, если ваши дети будут чемпионат устраивать на баскетбольной площадке. Тут у нас беседки. Все очень красиво, друзья, все очень красиво, все просто роскошно. Там у нас охранная будка, как вы видите, зона барбекю. Еще беседки, раковина. Три зоны, четыре зоны барбекю, друзья. Четыре беседки прямо рядышком. Это, скорее всего, коллективно просто можно жарить барбекю. Генератор. И огромная баскетбольная площадка на две команды. То есть два кольца. Их редкость. Вот. И это, я даже не знаю, мини-футбол, видимо. Вот, друзья. Территория очень красивая. У нас квартиры очень дешевые. Такие квартиры я бы посоветовал сразу брать, не думать. Ценники я уже говорил. Одна квартира 75 тысяч евро, другая 76. Вот она, охранная будка. Видите, да? Провода, мровода, все, интернет, кабель. Все будет, друзья. То есть тут все будет по чипу, заезд, выезд. Ворота вот электрические вот устанавливают, раздвижные. Все будет просто лакшери, друзья. Были бы у меня эти средства, то есть я уже вложился, но если бы у меня были бы эти свободные средства, я бы, не думая, забрал бы и в конце года пульнул бы 1100. Вот.
после сдачи объекта, после их заселения, после активации всей этой роскоши, комплексы быстро поднимаются в цене. Этот момент не нужно забывать. Это не старый комплекс, это свежий комплекс. Это 2 плюс 1 по цене 1 плюс 1. Друзья, такие квартиры нужно брать, даже не думая. Друзья, встретимся в Мерсине. Подписывайтесь, ставьте лайки. Огромные квартиры с террасой по супер низкой цене 75 и 76 тысяч евро. И вот, друзья, в 500 метрах от нашего комплекса премиум класса находится вот такой вот замечательный пляж. Пляж, извините, друзья, жарко просто на самом деле, поймите правильно. Вот. Такой песчаный весь пляж. Это у нас тропинка к морю. Арпач-Бахшиш — это полностью пляжный район. Почему? Потому что вот за ним находятся еще пляжи. Тут находятся дальше пляжи, пляжи. Все полностью с пляжами, друзья. То есть для отдыха, для комфортного жизни здесь просто рай на земле. Тем более по таким ценам, друзья. Вот они, детки плавают. То есть полностью песчаный, пологий вход, друзья. Вот. Огромный просто пляж, друзья. До встречи в Мерсине, друзья. Гуле-гуле. Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy, there's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything, see you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night. Where do you go to? Where do you go?